Так на вёсцы гоняць кароў з фермы на пашу. Але хутка можа не быць каму іх заганяць. Колькасць работнікаў на вёсцы імкліва змяншаецца. Гэта пацвярджаюць і самі вертыкальшчыкі. За 6 лет, значыць, па Ставскім раёне на селе з 3200 работающих уменьшилось до 1500, то есть наполовину. И это за 6 годов кирования Сергея Чепика. С таким поспехом хутка сельская мясцовость зусім опустее. И не только на Подставщине, где с 1994 года насельництво району скоротилось с 50 тысяч до 32, а по всей Беларуси, где за этот час насельництво краины зменшилось на миллион. Але вышейшее керавництво, кроме примусу, ничего нового так и не придумало. Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения райисполкома, председателя райисполкома. Уволился — никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И гэтая заборона датычыць не только кіраўнікоў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў и адмыслоўцаў. Эта заборона датычыць усіх, як вялікіх начальнікаў, так і шараговых работнікаў, трактарыстаў, даярак, пастухоў. И по вертикали ни один председатель райисполкома и прочее по их областному реестру тоже не может бросить работу. Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое, ни один механизатор, доярка там и так далее в сельхозпредприятии, колхозе, совхозе не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность. Что вертикаль замкненная? Тут саправды так. Не только живёлы застаецца у загоне, але и люди. И не только с колгасов не выпускают людей. Молодь так само не хочет выпускать с краины. Недавно у отделе адукации Глыбоцкого райвыканкаму разгорелся великий скандал, бо два человека подали документы на учебу в замежных университетах. Супрацовники отдела отримали у кости, мовляв, дренно працуете. Тому хутка не только скотину будут загонять у загон, а работнику будут гнать на место працы, как в ведомом фильме. На жаль, усё ідзе да гэта. Таким чынам Беларусь вертаецца да прыгоднага права. Засталося только забраць у вяскоўцаў пашпарты, як было да 1974 года. А паколькі Беларусь Лукашэнка ўсё больш ператварае ў адзін вялікі калгас, то хутка прыгоднымі стануць усе жыхары краіны. І ўсё ж спадзяёмся, што да гэта не дойдзе. Дмітрий Лупач, Белсат.